там всех на мясо. На мясо там всех. Не вернули никто. Я был в плену, не видел нацистов никакого. Как хочу жить, лучше до тюрьмы на Словенску. Много там уставаю, не забираю и там гнию. Но я подумал, что надо убежать. Как хочу жить, надо убежать. А с 1 мая нас всех обманули. Очень страшно. Там очень страшно. На мясо людей там посылают. Много погибают. Зовут Галайчик. Галайчик Ярослав. 02-02-89. Словакия. Деревня. Бежовце. Даю согласение на запис. До сентября работал в Британии в складе грузчиком. Как туриста 1 января прилетел в Москву, покатался и пошел в военкомат. Подписать контракт за гражданство, быстро деньги заработать на год, контракт, а поехать в Сибирь жить. Хочу в лес. Уже от цивилизации далеко есть. Такий сен сам мал. Сам в Европу прийшов, потуристував. І в Коста-Рике був, і в Перу. Я був в воєнкоматі, я там договорився, що я строїтель, буду там в тиловій часті роботати, копати. Що треба так робити, роботник. А з 1 мая нас всіх обманули. Так було до 1 мая. Або забрали бумажки, приписали нас на штурми. Всіх. Цілий батальйон, цілу роту, всіх до штурму дали, обманули. В роті було до 70 людей, 65-70. 29 января підписав контракт. Потім було 2 тижні ще в авангарді. Там інструктори показують ППЛ дрони, розробляють по складу автомат і курси по медицині. А то, хто хоче, може йти, хто не хоче, ні. Я один раз був розробляти по складу автомат. To bola taká podgatovka u mňa. Inostranci tam, ktorí boli z Afriky, tam oni boli mesiac. Napríklad Rusky boli očen krátko. Rusky. Inostranci boli tam bolšie. Tam mnogo. Bielorusi ešte bolšie. I Kazachstan, Uzbekistan. Z Európy očen malo nič. Rázne, možno za dengy, za gražďanstvo možno inostranci. Takto z politiky, takto z ideológie, ktoré jak. Rázne. Я был там 2 недели в бальной. Я один раз был на поскладать, разобрать автомат. И там не была подготовка. Там бегали, копали и разобрали, поскладать автомат. Еще не дали стрелять. После того нас отправили 13 февраля в Луганской области в лес. Криминайо, район дальки Криминайо. Что вы знали о войне в Украине? С русской пропаганды. Например, они говорят, что тут нацисты, что тут плохо нацисты. Так. Я был в плену, не видел нацистов никакого. То первый раз сказали, по 1 мая, то был, может, 2-й, 3-й мая, уже на штурм. Нас забрали на штурм. Я был в эвакуационной группе, втаскал раненых, помогал еще. Которые раненые сами доскакали на одной ноге, або мали осколки, до такой точки забрали их, потом их понесли далее, или на колесе. А в ночи мы могли еще там позбирать раненых. Не очень далеко, но чуть-чуть подали их. Может. Много там оставаю, не забираю и там гнию. После него был полигон, там нас научили стрелять. Первый раз я там стрелял на полигоне. И один раз гранат, бросить дали. После того нас дали на 2-й штурм. А я от того штурму са отказали, еще 10 людей, можно, отказали са от штурму. Там всех на мясо. На мясо там всех. Не вернули никто. Там ишли, командиры на них кричали быстро вперед, а все погибали. Я то слышал по рации, то я подумал, ну я то не пойдем. Не. Я отказал са, а потом после того нас выгрожали. Чурмов и яму в тыловой части. Так мы были согласны, а теж нас обманули, нас выслали, что пойдете на точку заменить наших,
Tam budeme 3 dni. Do tej točky sme nedošli, nikoho našich nevideli, po nás začom strieľali pulomety, tak sme sa vrnuli do týmu, do ukrytia, do blendážov. Posled toho, jak by boli v blendážu, minomet začal strieľať po nás 120 kamikadze, FPV drony, jedna kazeta. A blendážu bol rozbitý. Už tam nedalo sa normálne, deri v ňom, v kryši padlo na mňa brebno, tri miešky. Ešte keby raz tam priletelo, tá už nežijem. Ale vtičky odleteli, tichota bola, no ja podumal, že nadá ubežať. Keď chcú žiť, nadá ubežať. Tak ja pošol, ešte zakričil na vtaroj blendaž, tam boli 4 asi človeky, 3-4. A oni tišina, tišina. Asi pagibli od tých zrivov, od minometoch. No, ubežol z toho rozbitého blendaža cez minné pole. Po droge podumal, že ja potieral sa. No, a ja uvidel najbližšiu leso posádku a ešte ptička začala letať. Tak išiel bystro k leso posádke a slyšal ukrajinskú mluvu. Brosil automat i zakričal ja, Jaroslav, Slovak. No, a už som sa vzdal v plen. Tak nás zobrali. Otenka Rašo dali pokúšať. Jedu si ho kávu, čaj. Otenka Rašo. Ja udivil. Normálni ľudia. Tak druzie moji. Skoľko vašich pogibov? No, čo mnoho. Ale také grupky posielali po 4 človeky. Tak čo mnoho pogibalo. No to je Srbsko, ako hovoril, 70 človek, kde bolo? Skoľko ostalo živých? No maximálne 20, možno okolo 20. Nevidel až tak mnogo, ale na 100% očen mnogo po ďalšom nada ísť. Nada bolo ísť, ja tam nebol ešte, kde mnogo ľudí v tých trupoch. Tam ja ešte nepošol. Tam voňalo. Zvoňalo tam očen. Očen strašne. Tam očen strašne. Stojilo je ti to do rodičenia? Nie. Národný kreštánsky? Nie, už nechačo. Posled tego ja sa predumal i nechaču. Tam nie mravica, oče nie. Plochy komandíry. Ním nie žarka ľudí. Žarka bolšie techniky. Na miasto ľudí tam posielajú. Mnoho pagybajú. Plocho zdieľal, tak bude plocho. Nada dumať, što na svojou robotou, čo robiť. Nada podumať, bolšie. Doma mama, papa i sestra. Ej, prvý raz obmanul, že idem robiť valentiora, pomákať. A jak ja bol v klincach, to potom napísal pravdu, že podpísal kontrakt. Ja im nezvonil, neznajú numer telefónu, to neznajú im pozvoniť. Tak sviem, to ma znaje, kto smotri video, simia, mama, papa, otec. Ja normálne zdorový i vse normálne, žijem. A to, že možno spojiť sa s projektom, chcú nájti i spojiť sa s ním. Ja Jaroslav Halajčík, občan Slovenskej republiky, narodený 2. februára 89, nachádzam sa v plenu na Ukrajine. Тех, кто шли за мной, тоже погибли. Все, кто шли следом за мной, тоже погибли. И вот эти вопросы, когда я начал задавать, он это вытащил пистолет, сказал, тебе, может, прихуярили, что ты не воевал. Все бедные, несчастные, его Путин сейчас прилетит на золотом парашюте и всех спасет, и все станут жить, сразу ездить на Мерседесах, и все прекрасно. Вот, освобождать здесь никого не надо, здесь и так прекрасно люди себя чувствуют. Все причем. Я же говорю, здесь даже в плену кормят лучше, чем полстраны у нас ест. Собственные, ну, то есть свободные люди, которые живут. У нас все, что вообще в этой ебучей России рассказывали, это все вообще бред силы кобылы. Это вообще нельзя даже слушать. Меня зовут Рябов Сергей Михайлович. 1984 года рождения. 3.04.1984.
Родился в Волгоградской области, в городе Новоаннинске. Попал в детский дом. Через какое-то время сбежал из детского дома. Но беспризорничал, поступил в училище. После училища в техникум. После техникума призвали на воинскую службу. Сбежал с воинской службы. 8 лет скрывался. Потом поступил заочно в институт. После решения вопросов. После института работал, взял ипотеку и погряз в долгах. Жизнь моя заключалась в том, от заката до рассвета я работал, владел по счетам и все. Ни с кем не общался, никого не знаю, никого нет. Почему я хотел обанкротиться? Вот. Сказали, что типа того, обанкротиться не получится, у вас слишком большая сумма долга. Сказали, что в связи с тем, что началось СВО, и натовские страны хотят типа присоединиться к армии Российской Федерации, типа там, ну, короче, армию восстанавливает Российская Федерация. И что можно, короче, там, ну, типа заработать денег, чтобы погасить все свои финансовые трудности. На самом деле всех людей, короче, отправляют исключительно сюда на СВО в шторм. Всех. Здоровых, больных, там, всех, короче. 15 числа, ну, в марте месяце, короче, я потерял работу. До мая месяца пытался решить финансовые вопросы как-то. И вот 15 мая мне предложили подписать контракт, дали направление, ну, предписание, что нас направляют в Калининградскую погранчасть. Потом привезли в Воронеж, пересадили на автобус, привезли на Украину, без полос. Держали там несколько дней, отвезли на так называемый полигон, подержали там еще 8 дней. Отвезли потом на линию ОБС, сказали, вам надо там куда-то пойти, что-то сделать. Ни рации, ни карты, ничего не дали. Через проводников направили в бой. По дороге проводника убило, получил ранение. Все, кто шли за мной, тоже погибли. Все, кто шли следом за мной, тоже погибли. Ну, короче, командование сделало все, чтобы все погибли. Ну, всего нас сюда привезли с Воронежа 45 человек. Вот все 45 человек. А когда я в плен попал, там ребята сказали, что вообще 600 человек погибло. Нас возили хуже, чем преступников, блядь. Лес, лесополоса, какую-то норму. То есть к людям никому не подпускали, достоверной информации не говорили. За это долгое время у меня сложилось только одно единственное ощущение о характере боев. Нас сюда привозят, как овец, сбрасывают зачем-то. И все. Я не знаю цели этого всего. Чтобы отмыть деньги в государстве, чтобы не платить выплаты без вести пропавшего. Я не знаю, короче, смысл всего этого. И смысла всего я тоже не знаю. Потому что агитация, которая идет в нашей стране, говорит о том, что в Украине люди тут все умирают, все плохо жить не могут. А как бы выясняется, что на Украине люди живут в 1000 раз лучше, даже левее, чем у нас в России свободные граждане. Наших раненых там никто не вытаскивал. Командир по рации. Ну, то есть я рацию потом нашел, когда там начался обстрел дронов и минометов. Там ребята, кто-то получил ранение, кто-то куда, но просто мы побежали, и я взял рацию. По рации я попросил помощи, ну, чтобы показали, куда выходить, потому что я не знаю дорогу, куда идти, ни вперед, ни назад, короче. Вот, мне сказали, жди, сейчас типа пойдет группа и тебя эвакуируют. Ну и командование начало посылать группы. Ну, у меня сложилось ощущение, что посылать так, чтобы эти группы не вернулись обратно.
То есть там лежит два раненых, они посылают туда еще четверых. Этих четверых, короче, убивают. Командир докладывает, они пропали без вести. Следующие, заходим, следующие. Там. И вот так вот. За ночь, короче, вот этого диалога, вот этой рации, я пришел к выводу, что целью было вообще не захватывать какие-то блиндажи, а просто убить всех, вот кто там были. Это мое мнение. И оно не поменяется никак в жизни. Также мне говорило командование, там, подай звук, где-то есть. Я, ну, по рации объясняю, я укрылся в блиндаже. Неподалеку от того места, где-то вот, ну, нас там всех одно обстреляли, там, дроны, минометы. Там покричи, пошуми, сделай там несколько выстрелов в воздух. Делаю три выстрела в воздух, по мне начинают работать 2 часа минометы, дроны кидают что-то. По рации опять говорят, мы тебя не слышим, еще раз пошуми. И вот так несколько раз я сделал, потом просто выключил рацию, думаю, нахуй, убить хотите, так сами идите убивайте. И все. Обратно потом, когда начал двигаться, у меня обе ноги ранены были. Сейчас ранены. Возвращался небольшими перебежками. Ну, метров, наверное, по 100, потом отдыхал. Подъездил. Вот слышал впереди там кто-то разговаривал. Крикнул, помогите выйти 300-му. Они сказали, давай иди прямо. Все будет нормально. Пошел прямо, там минное поле. Благо там эти минометчики все разбомбили, и все мины посдвинулись. Там остались только растяжки, которые я не тронул. А так попал на минное поле. Обошел его, вышел там в комнату блиндажу. В блиндаже нашел средства медицины, перебинтовался. Воды там не было, ничего не было. Потом пошел дальше. И так мелкими перебежками дошел до болота, как вот. В болоте попил первый раз там за эти 6 или 7 дней. Вот. Перешел через болото и попал на украинский блиндаж. Там взяли меня в плен. У нас все, что вообще в этой ебучей России рассказывали, это все вообще бред силы кобылы. Это вообще нельзя даже слушать. Они же там сейчас таким же образом обманывают, еще сюда кучу людей отправят. И это никогда не закончится, потому что никто не может им объяснить, что нельзя сюда вообще идти, ничего здесь никто никому, и вообще здесь никак делать. Никому. Так и будут все время идти. Сейчас вот эти вот плотины, которые полстраны затопили, это сейчас сделано было все, чтобы опять загнать людей в кабалу. Люди живут в деревнях, у них затопили города, им негде жить, домов ничего нету. Им сейчас дадут материальную помощь 400 тысяч. Что можно купить на 400 тысяч? Диван, кровать и все. И потом льготные эти вот кредитные ипотеки. Вот такая же фигня, как самая начнется. Сейчас загонят, а в деревне нельзя дать деньги вообще. Там нету ни работы, ни зарплаты, ничего. И пойдет опять вот эта вот куча сюда. Тоже им там рассказывают. А на всех сайтах HubHunter, SuperJob, ну то есть сайты, на которых ищут работу, везде висят объявления, что требуются там эти военные на север, на границу, там, ну, везде, короче. То есть не именно из СВО, а вот вообще везде. Приезжаешь, там тебе выбирайте, какие войска, где бы вы хотели служить, что бы вы хотели делать. Выбираешь. Все, вот, пожалуйста, потом тебе привозят в лес, дают автомат, который ничего не стреляет, и говорят, давай вперед, проявить где-то есть, чтобы мы тебя грохнули. Вот и все. Обычно, если там отказываешься выполнять, они просто говорят, что обнулим сейчас, и все. Ну, обнулим, отрастрелим. Ну, я вот когда пришел, я спрашивал у этого комбата, я говорю, объясните, как идти, куда идти, какая карта, что надо делать, как выглядит украинский солдат. Я говорю, я потому что понятия не имею, чем отличается украинский солдат от русского солдата. И вот эти вопросы, когда я начал задавать, он это вытащил пистолет, сказал, тебе, может, прихуярить, ты не выебывал.
Я не понял, в чем случилось дело. Потом, когда от одной точки до второй довели, там этот командир тоже направил на меня автомат и начал, короче, орать, что типа я истерю и туда-сюда. Я просто задаю элементарный вопрос, я вообще не понимаю, куда я иду, где у кого что делать я должен, и как там, если что, я должен буду вернуться. Ну, то есть я не оказывал такого, скажем, активного сопротивления, что я никуда там идти не хочу. Я просто задал вопрос, если бы я, наверное, там отказывался или еще что-то, наверное, бы пристрелили, правильно, и все. У меня эти осколочные ранения ног, с дрона сбрасывали боги или как они там называются. Два штуки рядом с ногами. Ой. Ну да, до сих пор вроде оказывают помощь, там перебинтовывают. А когда попал в плен, ну, ребята довезли, ну, довели там до каких-то точек, я ничего могу объяснить, у меня просто были завязаны глаза, куда вели, туда и шел. Вот, довели, потом привезли в медицинский центр, сняли с меня одежду, потому что она вся была порвана и грязная. Вот, дали вот эту одежду, перебинтовали, сделали рентген, смотрели, там, блин, было лучше, чем российская армия с первого дня. Во всех смыслах этого слова. Не надо подписывать контракт никогда в жизни. Не надо смотреть телевизор. Не надо слушать этого ебаного долбоеба, который там рассказывает всякую бредятину. Ну, потому что у нас по телевизору показывают, что здесь все плохо. Все бедные несчастные. Его Путин сейчас прилетит на золотом парашюте и всех спасет. И все станут жить сразу, ездить на Мерседесах. И все прекрасно. На самом деле здесь все люди живут прекрасно, у всех все нормально. Абсолютно. Я же говорю, здесь даже в плену кормят лучше, чем полстраны у нас ест. Собственные, ну, то есть свободные люди, которые живут. Вот у меня в камере точно есть двое человек, которые такую пищу в жизни никогда не видели, которые здесь живут. Короче, не заработаете вы здесь ни денег, ничего не сделаете, никого вы тут не спасете, вы просто придете в лес, где вас закидают там минометами, и умрете буквально на следующий день после того, как приедете сюда. Для чего это делается? Понятно. Вот, освобождать здесь никого не надо, здесь и так прекрасно люди себя чувствуют. Все причем. Здесь даже самое... Деревня первая, в которую мы приехали, был газ, блядь. У нас в России, нахуй, в Московской области, в городе Королеве стоит угольная котельная до сих пор. Только почему-то нельзя ничего изменить и сделать ничего нельзя. Вот это меня больше всего расстраивает. Служить в ВДВ всегда было престижно. Всегда было элитно, всегда все парни то стремились. Отдельная 83-я штурмовая бригада, позывной «Беня». Вторая рота, пятый взвод. Специальная операция – это и морально, и во всех остальных планах это тяжело. Но намного лучше стало. Снабжение поменялось, пошли новые образцы вооружения резко. Менялось ли как-то снабжение? Ничего не было, ничего нового. Обучать не успеваем людей. Новое, все новое, новое идет. Какие-то новые образцы вооружения появились? Нет, вообще ничего не было. Все старое. Все, что когда-то было собрано на поле боя, держи, воюй. Люди верят в победу, понимают, с кем борются. Вот это радует. Понимают ли военнослужащие взвода, зачем вообще они? Ну, как он, у каждого же свои проблемы, у кого-то там деньги, у кого-то семья кормить надо. Кто-то из такого поселка, что там работы толком нету, платят 6 тысяч. Идут в основном деньги большую роль играют. А откуда новые десантники? Вот сейчас пополнение идет. Все равно идет отбор в ВДВ. Люди идут по желанию, наиболее вот мотивированные. Ну, с одной стороны, грозил срок там лишения свободы. Пришел на подписание контракта, мне предложили несколько частей на выбор.
сказали, самое элитное это ВДВ. Вот я думаю, ну, элитное, хорошо, может, чему-то обучат. Понимаются, какую задачу. Но для них тесты устраиваете? А тесты... Физическая форма должна быть, а десантник это всегда. Как, кстати, законы ВДВ, физическая форма. Отбор какой-то был? Ну, вообще, в принципе, никакого отбора. Даже если ты дурак, тебя тоже возьмут. Ну, вот у меня, говорю же, категория годности В. То есть, ограниченный годен к военной службе, только в военное время. То есть, даже с этим взяли. Но у нас запрещено отправлять военнослужащего в бой, прибывшего на СВО. Сразу же убывает учебный полк, созданный в единой базе воздушно-десантных войск. Там, соответственно, опытными инструкторами с боевым опытом готовят данные подразделения в составе сводных. То есть готовятся сводные подразделения, как штурмовика. Я, в принципе, в армии-то как таковой не служил, так как я ограниченно годен. Нас обучали на базе Лутугина. В принципе, обучения так такового серьезного не было. В основном беготня, ходьба на выносливость. То есть вот так пытались из нас рексов сделать. До 2 месяцев люди учатся. До 2 месяцев учатся. Сколько в общем времени? Ну, мы провели, получается, если не соврать, дней 15-20. После этого он прибывает, попадает на полигон бригады, в руки замкомандира бригады, который уже определяет его специальность. Как ты получил специальность старшего стрелка? Построили, выдали бумажечки какие-то, ну, нашему командиру. Все, командир назвал, кто какой, ну, звание там. Кто-то просто стрелок, кто-то старший стрелок, кто-то командир отделения, кто-то командир взвода. То есть там просто ты такой, просто пальцем потыкали и все. И то потом, попадая военнослужащий в подразделение, которое ведет боевые действия, он не идет на штурм. Он идет во второй эшелон. Нас сразу отправили на штурм. И с штурмом были еще какие-то обучения? Нет, ничего не было. Собрали группу, показали ты главную группу, все, иди. После 2-3 ротаций, после проработки замысла действий, он применяется как штурмовик. После того, как ты уже попал непосредственно в зону боевых действий? Сразу на штурм. Сразу, махом. А второй эшелон, по третий, подождали там все? Нет, не было такого. Командир должен быть все-таки рядом с личным составом. То есть все равно инструктаж... групп должен то быть идти надо от командира. Смотреть ребятам в глаза. Надо смотреть в глаза. Конечно же, задачу выполняет командир роты. Командир роты сам идет в бой. Сам идет в бой командир роты. То есть командиры ведут. Ротный был с вами? Ротный? Нет. Мы одни были, а никто с нами не был. Мы одни шли по лесопоке. А когда ты последний раз видел ротного? Где это было? Это вот было в этот день утром, но он с нами не пошел. Пошли только мы. Как соотносятся наши потери и их потери? Я могу доложить только за бригада-бригада. Давайте так. Я скажу, наверное, уже командир бригады 4-й комплект себе завел. После того, как ты пересек границу, сколько своих убитых ты видел? Ну, наверное... Человек 30-40, может и 50. Если считать, что отрыв каждой конечности, не видя при этом человека, где он, ну, я думаю, до 60 человек просто. Там двое лежат, там двое, там четверо, там пятеро от кассеты. Мне рассказывали, что еще в подвалах просто кучами лежат. Кучами, ну просто как морг, только, может, похуже. Просто тело, оно лежит, чтобы не воняло на улице, его в подвал закидывают. Ну, то есть, плюс я не заходил в окопы, там не видел, сколько трупов. Я только видел, когда, ну, уходил с поля боя. Только эти трупы видел, и все. Сколько мертвых украинских солдат? Двоих. Все на протяжении всего времени. Двоих.
Ну, может быть, и в опорнике там тоже есть. Ну, я, честно, не знаю. Но я вот, когда меня переводили, я видел на дороге двоих украинских солдат. То есть, той картиной, что ты увидел, как ты думаешь, ну, соотношение потерь какое-то между российскими солдатами и ВСУ? Честно, на одного военного украинца, солдата, приходится 10 наших русских. Основное это так, воля, мужество, характер, честь дороже жизни. Оно никто не отменял. Лучше выжить, сдавшись в плен. Пусть это и как кто-нибудь да и скажет из русскоязычных, что это предатель Родины, как ты так смог, там пальцем тыкать вечно на тебя будут. Но это как бы, не, мне кажется, я бы лучше сдался в плен, потому что жизнь все-таки дороже, ты можешь пользы еще больше принести, чем, а какую пользу ты принесешь, если, например, ты умрешь и будешь вонять, от тебя только проблемы станут. И никому ты не нужен не будешь. Ну, мне кажется, лучше жить. Оно заветами Маргелова они следуют и будут следовать, поверьте мне. А если отказываются, их могут к дереву привязать, там, отдубасить, там, не знаю. Ну, либо как в качестве открывашки отправить. Расскажи мне про открывашки, что это вообще такое, что происходит? Ну, то есть тебя отправляют на линию в качестве, грубо говоря, чтобы твой солдат, который позади идет, остатки группы, чтобы они увидели, откуда идет огонь, и начать туда на линию боевого соприкосновения, то есть насыпать огневой поддержкой той группы, которая сзади идет, а ты просто идешь как провинившийся или как штрафник. Все идешь. Если выживет, то тебе повезет. Если не выживешь, то оставят твой труп. И забудут о тебе, что ты был, что ты вообще существовал. Открывашка. Открывать позиции, то есть. Так, получается, у меня тут передовой медпункт. Принимаем раненых, соответственно. Обрабатываем, кого надо, стабилизируем. Потом уже отправляем до ближайшего ПМГ. Ну, если ты тяжелый раненый, то тебя, ну, я не знаю, под обстрелом вынесут, не вынесут. Ну, то есть бросят умирать. А если ты легко раненый, ты должен шагать до нуля. То есть откуда пришел, туда иди, раненый. Когда бригаду взял? Год назад. То есть уже родная? Уже родная. Знаешь ли ты, кто такой полковник Городилов? Нет. И ты его не видел? Нет, ни разу. Только в бой, только вперед. Другого варианта нету. Mogadishu, capital city. They have good minds, but now I thought this is wrong. Showing us the guns, we are just seeing the guns without any bullets, without any things. After that, we are in the front line. Where I'm going, they are not speaking English. I swear to God, first line, 4 days, the worst 4 days in my 28 years old. They're running from safe house to safe house, safe house to safe house, seeing people dead in front of me, seeing people are lying dead in the road. I don't want to go back there in Russia. They'll put me in the first line, otherwise maybe they will kill me, or I don't know what will happen for me. Stop coming to Russia. You will be dead or injured a big mistake in your life. Dead. My name is Adil Abdullahi Ahmed. I'm from Somalia, exactly Mogadishu, capital city. I'm 28 years old. I speak my own language, my country language, Somali language, and Arabic language, and English language, and you can say 50-50 of Russian language. I can understand. Yeah, we are living a normal life there. I work in a small supermarket as a helper for packing things and put it in the car or putting loading things inside the supermarket. Our life there is normal. We have like two days a week break. It's Friday and Saturday. We used to go to the beach. We sit there with the family, a normal
life with families. That's what market I was having $140. It's managing salary. You can manage a small family or like a wife, a husband, and that. But it will not see a future with this amount. I was in Somalian University. I was studying IT. What they call it? IT technology. C++ and CC and programs in scheduling in computers like this. The teaching there in Somalia is not higher quality, so we are managing on small quality. Also, I didn't complete my years there. It's 2 years. I just finished 1 year because of the financial problems. I didn't complete. I didn't have this account of money so to pay the university to complete. So I just complete my English language in the YouTube. Yeah, you know, in Africa, all people talking about Europe, Eastern Europe, West Europe, America, how to go there and manage a good work and send money to your family in Africa. So I just got the idea from the people there. They are saying Russia is a good place to travel and easy documents to give. Because all West Europe, they are not accepting Somalian passport. Also America. So when I applied in Kenya for a Russian tourist visa, within 1 week I got it, and was happiness for me. I found a work in one company for making winter clothes. I was working for almost, you can say 3 months, two months and a half. After that, the payment is not good. Almost the same payment in Somalia, 150, 140. So I said to myself, this is not a good choice. I tried to search for another job. I didn't find because I'm not illegal in this country. After that, I saw the signs everywhere in Russia about the army. I didn't know it's army. I thought like it's security job or something like you can manage with it. I called the number, they give me a location. I went to that location and I signed the contract. They're supposed to get a translator there or someone who know English very well, but nobody like know in English like you speaking softly. The guy who was there, he was telling me a not clear question, not clear answers, that you will be working inside Russia, working as a security job. Something will not put you in the front line. I didn't know about the problem between Russia and Ukraine, and nobody sit in the table with me and tell me, Adil, 1, 2, 3, there is a problem between Russia and Ukraine, and maybe you will be going there if you are going for army. So I thought it's a good choice, and also you can say a pink dream. When they told me a passport and money, with that money I will be king in Somalia. I heard about the country when they do championship of UEFA, the UEFA 18. Football. That's the only time I heard about Kyiv. So other than that, I didn't know about Ukraine and problem with Russia. It's problem about the lands, about because I was seeing the documentary in these days about the lands, about people who want to be in Russia and some people want to be in Ukraine, and there is a problem in the government, inside the government. So Ukraine and Russian government, everyone want to take some lands. So I don't know who's the lands for, or who's supposed to take the lands. Everyone is saying, this is my land, and that one is saying, this is my land. But I didn't know exactly. Nobody sit with me and tell me, Adil, this is his land and he want to take it from him. Or this is his land and someone take it from him. Matter of fact, Ethiopia took some lands from Somalia. If you remember Gudain. By Somali language they call it Gudain. I was mad because they took some territory from my country. But I didn't could do anything there because I was young. But this is a bad problem when someone take a land from you or something belongs to you. If I take it, this is not good. And what kind of military experience you had before going to Russia? Zero. Nothing. But for sure you know how to use Kalashnikov? No.
because of Somali and they are saying pirates and they are doing collecting shit. No. Okay. I never. Also, in Russia, they didn't give us a good experience or good training for a military guy who go into the front line. Only several weeks, we are just seeing the guns without any bullets, without any things. How you can put this guy in the front line? What he will do? He will die. But me, I thought that they will not put a silly guy in the front line and let him go with your gun and do anything. They have good minds, but now I thought this is wrong. Okay, I was signing contract in Moscow. After that, they put me in one city called Kubinka. Kubinka, there is one, they call it child camp. It's not serious training. It's only, I said that for 25 days. 25 days I didn't have any good trainings. Only they are showing us the guns. After that, they give us medical training. Go enjoy your day until the sleeping time. After that, the same day. After Kubinka 25 days, I went to Moscow and signed. No, I put the date because they already assigned the contract. But when I come back again for Moscow, they put a date. They didn't put the date for the first time. From Moscow, I went for Rostov. Rostov, there they start giving us bullets by pieces. Not much to handle a gun, or you can say, oh, I can handle a gun. After that, we are in the front line. Actually, I was asking them where we are going, because as long as we are traveling, I feel this is not a travel for a guy who will work in a security job. I was telling them where I'm going, they are not speaking English. So this is the main big problem with me. If someone told me that you are going for a front line, maybe I will cut it from that time. I will tell I don't want. But I thought this is the procedure, so I couldn't speak about the commander. There's some commander there, they are not doing conversation with us. Only go, go, go. Because go, everyone know about these words. Go, come, go. There is nothing to experience there, I swear to God. First line, 4 days, the worst 4 days in my 28 years old. I couldn't think in this situation. I couldn't do what I wanted to do. Only running from safe house to safe house. Safe house to safe house. Seeing people dead in front of me. Seeing people are lying dead in the road. People, I will not speak with the Russian people because they don't know the language. I was speaking with this one, three Indian with me and one Tajik. Tajik also, he know the Russian language. He don't know Russian English. So I was having my three Indian friend. I was speaking with them about the future, about what we will do. We'll go back to our countries. We will do like this and like this. There was Muslims like me. There was from certain places in India, the one from Kashmir and one from Hyderabad, and the other one, I don't remember the city. I didn't remember the city. Not much. I'm the same age. I'm 20, he's 30, or someone 26 or something, 25. Absolutely like my problem, because they don't have money in them countries. They want money. They said, okay. We need money to bring our family, to let them good education, good passports, and as soon as possible we are in the front line. If you got injured there, nobody will help you. Only one person will help you, God. If he said you will go outside from here, you will go outside from here, like me. I'm thanking God every day that I would two legs, two hands. And also Ukraine people, they give me a good medical assessment. I was having a little problem with my ankle, and little problem in my chest, and I lost my some tooth. But the medical things is very okay. Let me come back a human being. But in the front line, there is nobody can help you, and 0% to get your life. They teach us about these things, but nobody thinking to help there, because he want to help himself. Now you are what is called a mercenary. Or a meat. Sorry? Meat. Like they just throw you in the front line. I don't want to go back there in Russia.
Because if I go back there in Russia, I will go again to the front line. This is a terrible decision if I did it, if I go back there in Russia. They will put me in the first line, otherwise they maybe they will kill me, or I don't know what will happen for me. They have contract and they will say you will not go back to your country. Okay. I would like maybe if Ukraine people, they will help me or they give me a good associations, better than go to back my country like this. This is only one word I have to tell them, the Somalian people or all African people who wanted to come to Russia, stop. Stop coming to Russia. Because if you come to Russia and enjoy to the army, you will be dead or injured, a big mistake in your life. Because like what happened for me, maybe God saved me because I can send this message for all African fellows. This is a big, big problems for African people because they don't see the negative place. They only see the positive. They wanted the basketball, they wanted the money, but if they see the negative place and focus about it, nobody will leave the country, from his country. So please, African people, don't come.